Чебоксарский аэропорт один за другим встречает чартерные рейсы из Франкфурта на Майне. Они приземляются с разницей в 1,5 часа. Наша съемочная группа только что вернулась из аэропорта, где встречала спортсменов из Германии и Финляндии. Эти сборные прибыли в столицу Чувашии одними из первых. В аэропорту их встречали представители оргкомитета командного чемпионата Европы и волонтеры. В составе немецкой сборной звезды мировой величины. Их команда рассчитывает на успех в этих международных стартах. Финская сборная прилетела практически в полном составе. Ее звезда Тэрри Питкамяки присоединится к своей команде позже. Нас очень порадовала солнечная погода. Когда мы приехали сюда, нас порадовало большое количество людей, которые нас здесь встречало. Я уверен, что Чебоксары – хорошее место для этих соревнований. Мы надеемся, что соревнования в Чебоксарах пройдут хорошо для всех нас. По прилете все спортсмены в сопровождении пресс-атташе направились размещаться в отеле и гостинице. На отдых у них остался всего один день, а дальше борьба за медали командного чемпионата. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.